Дорогие ребята, это дерево семейства кариковых, папайя или дынное дерево. За полгода оно приносит первые плоды, как трава растет. Это не столько полезный фрукт, представляете, содержит папаин, из которого делают лекарства. Это очень полезно, у кого есть проблемы, ребят, с желудком, язвы, какие-то повышенные кислотности. Папайя – это то, что надо, пока вы именно в Таиланде кушаете ее как фрукт. Когда она спелая. Она, когда зеленая, из нее тайцы делают один из самых полезных салатов, который называется сом там. Он в каком-то из 70-х, не помню, 78-77 году занял как самый полезный салат. Именно из-за своего папаина и также множество микро-макроэлементов и витамин, которых папайя содержит. Помимо желудка, вот даже если бывает отравление, можно взять просто несколько семечек и прямо их как следует переживать. Они немножко такие вяжущие, как эффект редьки есть, но очень полезно. Сразу отравление как рукой снимает. Всем рекомендую, ребят. А также теперь к вам маленький вопрос. Кто мне скажет, какие еще полезные вещества содержит папайя, а также чем она может помочь человеку, который злоупотребляет алкоголем? Буду внимательно вас слушать. Кто ответит, ребят, того бесплатно угощаю этим полезным фруктом.